Добрый день, друзья! Я Быстрый Олень вновь с вами. Сегодня суббота, 16 июня. И в прошлую субботу мы готовили щуку, мы готовили фаршированную щуку, а сегодня мы готовим, вернее, я готовлю уху и котлеты из рыбы. Я получил много откликов на свое видео прошлое. Но здесь есть интересные вот такие письма, сообщения. Например, Наталья пишет: «Все как всегда. Женщина готовит, мужики киряют в это время, вставляя свои неуместные комментарии. А потом, извините, жрут, умудряясь одновременно преподнести приготовленное кем-то, как самим собой». А Елена ей еще подтверждает: согласна с Натальей, плохой спектакль, актеры тоже плохие, все наигранно и неискренно. Да и рецепт так себе. А вкуснее фаршированной щуки, чем в Белоруссии, вы нигде не попробуете. Согласен с Еленой, в Белоруссии щука вкусная. Но сегодня я приготовлю уху и покажу рецепт от Быстрого Оленя. Уха будет вот из этой щучки. Добавим еще к этой голове головы сомиков. А из сомиков сделаю котлеты. Сомики, они вот такие вот. Плавают вот так. Сейчас я отрежу им головы. Ну и головы пойдут на уху, а все остальное на котлеты. Берем сомика, отрезаем ему голову, и нужно вытащить жабры из головы, потому что жабры нам не нужны. Вот мы так потихонечку их достаем. Очень легко и просто. Конечно, нужно аккуратно, чтобы не повредить себе пальцы, руки. Вот, теперь отрежем хвост. Это тоже пойдет к нам на уху. Подключился еще один мужчина, Владимир. И мы сегодня сейчас вдвоем приготовим хорошую такую рыбку. Что нужно сделать? Во-первых, поставить воду. В воду бросить перец, лавровый лист, посолить, чтобы она закипела. Вот. Потом порезали картошку, морковку, лучок. И все это забросить. Первый раунд. Загружаем овощи. Здесь будет вариться такой порезик. Да, второй раунд. Да, нет. Забрасываем головы. И пока наша щука варится, Володя разделает сомика, чтобы из него и из другого сомика сделать котлеты. Три сомика у нас. Сомики — это самое. Настолько прочная шкура, из нее даже летные эти самые куртки щели когда-то. Перед тем, как делать котлеты, хлебушек вымочить в молоке. Помять. Вот. Так, и заложить в мясорубку. Далеко ушел прогресс. Так, сначала соль. Так, теперь перец. Теперь яйца. В эту мисочку два яйца. Перемешиваем все. Раунд пятый. Котлеты не получились чересчур жидкие, и их можно было слепить. Мы добавляем сухари. Да, а ты вот размешай. Давай. Размешали, теперь да. Володя, медленный бегемот, добавит соду. А сода зачем нам, Володя? А чтобы они становились более упругими, таким как метитяи или как чипачисев, то есть вот когда вы едите, они такие немножко, или как фишкейкс китайский, то есть они вот внутри такой консистенции, немножко придать вот этой консистенции позволяет совершенно чуть-чуть немножко соды. Вот
на это количество пол чайной ложки. Теперь на их тарелку нужно насыпать сухари и начнем лепить. Okay. Прах. Уже дошла. Вот. Лепить очень просто. Раз, два и готово. В сковородку добавляем оливковое масло. Виногретое. Если оливковое масло наливается, это специально надо заметить, замечательно толстого бегемота. Вот медленного, то есть. Это самое. Масло обязательно надо наливать уже в разгоряченную сковородку, ждать, когда масло нагреется. Великолепно. И погнали. Первая пошла. Ну вот, шипит. Сейчас, самый чуть-чуть. Еще немножко, да? Угу. Так, вытаскиваем головы. И мясо будем перебирать от костей. Так, вот такие вот. Такая красотища. О, Володь, и что там у нас? А, все уже почти готово. Я попробовал. Даже предисцировый медленный бегемот остался очень доволен. Хорошо. А, красота. Вуаля. Вот сюда. Давай. Ставим. Сейчас. Вот так вот. Сейчас. Жива была. Еще раз повторить. Жива была одна рыбка. И пошла она как-то у полки погулять. Да не туда пошла. Поэтому, дети рыбы, будьте осторожны. А иначе вы можете оказаться вот в этой самой кастрюле. Вот, это красота. Так, это письмо кому-то. Это мне. Куда добавить сюда? Вот. И пир на весь мир. Ну что, уха и рыбные котлетки просто пальчики оближешь. И вам того же желаю. А вечером хорошо приехать в центр города погулять. Поехали. Все, поехали. Вот такие картины можно. Рядом с Royal Thompson Hall, там, где проходят фестивали классической музыки, сегодня концерт. Good evening, everyone. Who's here for a good time? Well, you are without a doubt going to receive that. Welcome to the Luminato Festival, right here at David Pico Square. It is the second last evening. Tonight is very special. It continues to illustrate the amazing diversity of the talent on this planet, even talent right from our own home base here in Toronto. И сейчас будет выступать Lemon Pocket Orchestra. Такие веселые ребята.
выйдет из вагона и двинет только его на. На голове его роскошный конверт, в больших глазах зеленых на мосту. Горит одесская купа! Зайти хорошо. Пенелопу, в ресторан. И выпить вкусного капучино. Самый вкусный капучино в ароме на Руссер Форт и Базовст. Легко капучино, можно опять вернуться на площадь и посмотреть концерт. Disco, disco, partizani! Disco, disco, partizani!
Tonight.